Друзья, в продаже у нас появилась Kia Rio 2012 года, автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 123 лошадиные силы на механике, на переднем приводе. Автомобиль в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Имеет оригинальный ПТС, всего три владельца, противотуманные фары, литые диски. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Салон в очень хорошем состоянии. Обогрев заднего стекла, кондиционер, штатная мультимедийная система, подогревы передних кресел. Сзади у нас 3 места. Машина в хорошем состоянии, на механике, 12-й год, оригинальный ПТС, местный дилер.